Йей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фокси, Скромник, Орзикул, Фредбир и кто-то. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Сегодня у нас рубрика «Аниматроники ищут нас», так что, пацаны, даю вам 30-40 секунд. А я иду, пацанчиков мочить. Убийца идет. Так, давайте начнем с самого низа. И будем подниматься выше. Так, здесь. Я знаю, что вот тут кто-то может даже сидеть. Уже. Так, никого уже нету. Кто-то флайеры кидает. Я знаю, откуда ты кидаешь, я тебя замочу. Во, поменьше возьмем, да? Смотрите, как сразу круто видно. Так, здесь. Карта, на самом деле, кажется маленькая. Но когда вникаешь, тут столько лазеек, столько всего. Так, я вообще там ничего не вижу, но очень интересно. Эй, поднимайся. Бежим. Нифига себе здесь вентиляция. Зря обошел, блин, вышел же с другой стороны. Так, давайте будем тогда продвигаться вот сюда, повыше чуть-чуть. Выше будет лучше видно. Так, я видел там движение. А, это вы сундуками своими летаете? Я думаю, что долетает, это ящики. С-под картошки. Так, я уже должен был по времени кого-нибудь найти. И сейчас это произойдет. Смотрите, кто-то сидит. Кто тут сидит? Никто не сидит. Так, а давайте тпхнемся повыше. Так, ладно, мне кажется, в этой комнате никого... О, увидел. Зря ты это сделал. Вижу. Ну, говно. Наконец-то первый есть. Это у нас кто-то. Кто-то мне в друзья добавляется. В стиме всех добавляю друзья и ВКонтакте тоже. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Так, где ты? Нема тебя здесь, да? А ну-ка, где моя кентуха? Давай вместе будем объединяться их искать. Одному хорошо, а вдвоем лучше. Нифига себе, вы там застрали всю карту. Я иду вниз. Спускаемся. Так, а чё, никого не вижу? Так, это наш кентуха. Вижу. Приближаемся. Так, подожди, где оно? Вот оно. Ну, есть. Ах ты. Скромника мочканул. Так, кто у нас тут? А никого нету. Эй, ты откуда стреляешь? У нас ускорение пошло по поиску. Начинаем быстрее всех находить. Нас уже больше стало. А может, кто-то там на балке шкерится? Давайте проверим. Блин, не долетел. Не долетел и сюда. О, тут вода еще есть. Прикольненько. Давайте чпонькс. Опа, давай, робот пошел. Как всегда, у нас начинается вакханалия. Начинаем скучно, заканчиваем очень весело. Кстати, давайте посмотрим, что у нас тут в компьютере. Материнская плата. Древний компьютер. Очень древний компьютер. Просто старинный какой-то. Нет, там на столе древние компьютеры два. И один мощный стул. Понял. Очень... Как, кто там сказал? Очень древний мощный компьютер. Я. Это очень странно звучит. Так, скромник, а почему ты никого не взял, я тебе мочу опять? Я робота убрал. А, понял. А, Фредди не нашли, Фокси. И Орзик. Да, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. И очень много новеньких каждый день с нами записывают. Мы только рады. Меня не нашли, Фредбер. И все? Всех нашли уже? Нет, меня еще не нашли. Может, вы в пылесосе там тарахтите, не? Так, тпхаемся на самый-самый верх. Идеально. Расчет траектории. Пацаны, я знаю, где они. Они вот там вот в туннеле, походу. Бежим. Такс. О, прикольно здесь так. О, привет, кентуха, я ж испугался. Эй, залазь. Ой, а где я? Ой. Что такое? А, оно само подкидывает. Есть. Мочи его. А куда мы бежим? Эй, там кто-то был. Есть.
Такой звук был, шмякс, и Фокси умер. Так, ищем Фредбера, пацаны, остался еще один. А я знаю, в каком нычке. Давай. Все. Погнали. Сейчас я вниз спущусь, и могу что-то... Ты за Автона играешь? Нет, я за этого, как его, Скрипучий. А, понял. Нас тут уже трое. Так, да, пошлите... А, еще двоих не нашли. Орзикул тоже не нашли. Да, кстати, там я не искал. Так, музычка какая-то играет. Это значит, аниматроник какой-то издает уже. А что нас туда не пускает? О, я прошел. Я прошел, я иду. Тут можно везде проходить. Нет, у меня что? Да? Ага. Я уничтожитель 2.0. Ой, упал. Так, подождите, вот тут за картина не... А, я понял, где я в самом начале тут нахожусь. Так, пацан, я запутался, не могу найти. Встречаемся возле пылесоса, обсуждаем. Где мы еще не были? А, сверху там какие-то доски были. Вот там уже где картины, на картинах на рамке он сидит где-то. Так, где давайте ребенок, что ли? Сейчас, давайте вот тут внимательно смотрим. Че, мы же сдаемся, не? Или ищем до последнего все-таки, попытаемся? До последнего. Надеюсь, он на вы не пролетел нигде? Нет, я уже все пересмотрел, его нет. Уже вот тут он в этой воде сидит, под мочалкой. Нету. А может он взял ножик-невидимку, что ли? А, нашел его. Да? Где он? Под компьютером был. Красава, нашел его. Стола. Хорошо, скромник, давай теперь ты будешь искать. Давайте, даю. Ты готов? 10 секунд. Да, хорошо. Да. Давайте, готовы? Не-не-не, стой секунду, я сейчас предмет возьму, чтоб летать. И я готов буду. Так. Так, я буду невидимкой, а могу не... Не, давай видимкой. Все, давай, я запрятался. Еще кто готов, пишите плюсик. Да все готовы, погнали. Я хочу за тобой понаблюдать, я не могу, где ты? Вижу. Побежала. Ты Эннард? Да, я знаю. Тебе нравится, как он скрипит? Пошло. Я по этим огненным таким следам вижу. Тяжело, да, искать в этой карте? Кажется, что она легкая. Когда начинаешь искать, понимаешь, что ну, нифига, никого нету. Где все? Вроде все были, никого нет. Я на видном месте сижу. Если я уже... Первая комната есть, погнали в другую. Погнали. Стой, я этот комнату... О, вон, вижу, кто стреляет. Подождите, а где я вообще запрятался? Я себя не вижу. А, вспомнил. Ну, давай, ты хоть кого-то сможешь убить? Да. Давай. Я в тебя верю, ты тут шкаф летает с книжками. Да, скромник, я думал, ты получше ищешь. Да просто тяжело немного, карта большая. Да легко. Так, вон уже пацаны просто по карте бегают. Я никого не нашел. Поддай, так я понимаю, что ты никого нашел. Тебе поддаются уже, пацаны угорают с тебя. А, вон вижу, бегают. Да вот на кровати один тут сидит, смотрит. Сапачкинс. Уже подсказки тебе пацаны дают. Может, давайте мы будем подсказывать, ему сложно. Знаешь, что я тебе хочу сказать, скромник? Это сразу видно опыт. Так, я слышу... О, прощай! Я его убить не могу почему-то. А кто это у нас? Фредбер. Фредбер, давай, ищи тоже. Что-то мы не подумали, бывает жизнь добавляется, бывает нет, да? Когда так, как-то по-разному всегда. Я его убить не могу, он просто стоит и все. А все, он будет с тобой теперь искать. Давайте посмотрим, может бессмертие включено. Нет, все четенько. Так, вас уже очень много, вы должны меня найти. Так, побежала. А, это Турбанский лежит. Ну? Ты что ли летаешь? Я могу подсказать, где я. Давай. Я в этой комнате. Хорошая подсказка. Мне нравится. Я уж какую-то нычку сломал. Я, короче, в этой комнате наверху, под потолком где-то прячусь. А, все, понял, где она. А где? Наверху где ты спрятался, я знаю. Не. В
что ж такое, почему меня телепортируют, а? Эй, где ты? Так, бежим в другую комнату. Нормально сидим. Ах, блин! И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!